Всем добрейшего утра. У нас пасмурно, опять дождик. Какое-то лето в этом году не очень радужное. Постоянно дождичек, дождичек. Я шурую. В поликлинику надо взять, записаться. На анализы Мика сдулась. Что-то у нее там нога болела. Она ночью плохо спала. Сказала, с утра не, неохота не иду. Ну, посмотрим, может, я пока запишу, потому что сейчас мне анализы не сдавать больше. Сейчас больше записаться надо к врачам. Поэтому машина тут все сумасшедшие. Что-то я как-то ночью плохо тоже спала. Не знаю, почему-то в 2-3 я еще не спала. Но там анализы вообще-то вроде как с 9:30. Но надо сначала еще записать. Если они запишут на сегодня, то пойду сдавать. Если нет, значит уже посмотрим, когда. В общем, гляну сейчас, что там будет, что скажут. Куда запишут. О, здесь целый, видите, потоп. Вчера ужасно вообще было. Мы, в принципе, даже на машине домой уехали. Потому что было невозможно не пройти. Ну, как бы, даже если ты зонтик бы взял, а ноги будут просто полностью в воде. Бессмысленно. Андрей сегодня остался с нами с Яськой пока. Он нас сегодня танцует на заднем коляске. В час посмотрим, как туда поедем. На автобусе точно не получится, потому что сейчас такая грязь. Коляску собирать колесами вверх, это будет просто бессмысленно. Я взяла направление все. Сейчас иду обратно. Ну, там разные дни. Надо будет потом сейчас сдавать потихоньку. Сейчас пойду. Уже все, домой почти 10 часов. Правда, пока заполняла. Можно было кровь, конечно, сегодня успеть сдать. Но пока я заполняла все анализы, они, получается, до 9:30. Ну, с другой стороны, здесь, честно говоря, намного спокойнее. Там у нас огромная поликлиника, конечно. Но врачи как-то более такие, не знаю, вот мне, конечно, пока кажется. Мне кажется, эти какие-то такие, они более такие лояльные, что ли, более. Ну, в общем, не летают где-то в небесах, не разговаривают так. Вау-вау. В принципе, прикольно. Правда, единственное, что сегодня четверг, а кровь берут вторник, среда, четверг. Вот так. Ну, это по диспансеризации. Я имею в виду, что нас теперь аж до вторника надо было или сегодня до 9:30 успеть. Или теперь уже на вторник. И также по всем остальным врачам. Раскидали. Мне надо. Я думаю, что-то я хотела. Ну ладно, ничего, потом с Микой приду вместе. Кардиограмму. Он сказал, что можно было зайти. Сейчас ее сделать. Ладно, ничего. У нас взрослый завтрак. Яра, правда, запросила омлет, но потом увидел, что Андрей сварил яйца и переиграл на вареные яйца. Да? Мы быстро едим. Ну, давай быстро едим. Ты пока смотришь по тарелкам чужим. Ты еще не ешь ничего. Это я вот тебя кормлю, потому что он во всех тарелках, но не у себя. Пока еще никак не определится, что же он кушает. Андрю там себе какие-то бутерброды, эти меняются, вкусовые качества. Сейчас. Приятного аппетита. Ну, вот, ладно, не буду показывать. Кушать. Мы сейчас уже вышли на занятия, едем у нас. 15-2 занятия. Ну... Яра там в пакетике. Яр, закопасайте голову ровно. Сейчас на троллейбусную остановку, потому что автобусы, конечно, это нереально. Ну, моросит. Не знаю, видно, не видно. Так, это мелкий такой, противный. То есть он постоянно. Так, у нас сегодня еще рисование, бумага, пастель. Вот сегодня смешанное какое-то рисование. Но мы это на обратном пути. У нас сегодня опять насыщенный день. Пока не буду ничего доказывать, рассказывать. Ничего торопиться, будет видно по ходу. Потому что мы сюда загадываем, а потом у нас ничего не получается.
А еще мы сейчас, я увидела там по Яндекс.Транспорту, что троллейбус наш уже идет. Но мы садимся на конечный. Поэтому мы немножко ускорились, отключаясь. Будем. Да иди, иди уже, пока-пока. Голову спрячь, слюни глотай. Папарацци отдыхают. Не входить, для тебя написано. Там тебя хоть видно, что-то сейчас скажет? Его сильно не видно, он за трепом. Сзади? За стенкой. Чтобы тебя не увидел он, а то он тебя увидит, потому что он там начал. Крути. Под музыку? Давайте. А тогда получится. Поднимай плечи. Поднимай. Тетя Свете, быстрее. Руки. Thank you.
все, до свидания. Все, пошли. Все, давай, Яр, выходи. Стой, 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 подожди, Яр, подожди. Все, до свидания. Все, до свидания. До четверга. Да. Правда, ты все закрываешь? Опять? До свидания, ты выходи. Да я хотел, чтобы ты оттуда, ладно. До свидания. Все, выходи, ладно, оттуда. Да. Заходи. Ноги у него застряли. Закрашивать в кружку, да? Не кружку, если будет их много. Поэтому мы сделаем чуть-чуть горошка, усложним себе задачу, ну и в то же время сделаем их не слишком маленькими, не слишком неудобно. Порошки. Показывай свой фиолет. У нас гламурное, все гламурное сегодня. Гламурное, розовый кончик, фиолетовая порошка. Так, давайте фотографируемся. Раз. Два. Улыбайся. Раз, два. Три. Давайте еще раз. Нет, еще разочек. Раз. Нет, спрячь. Два. Три. Готово. Ура! Получилось, да, Жень? Все, сфотографировала. Можешь опускать. Видно нас? Нас видно было, да, Марин? Молодцы. Все, сфотографировала, молодцы, спасибо вам большое за занятие. Пожалуйста. Очень весело, как всегда. Спасибо, спасибо огромное, Женя, за компанию. Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста. Пока. Все, пока-пока. Все, да, до свидания. До свидания. До свидания.